4. Продолжаем трансляцию. С нами победитель первенства России Айзанат Муртазаева. Айзанат, поздравляем тебя с победой. Два полуфинала на 15-14. Предыдущий поединок тоже на 14-13. Расскажи просто, вот оставались ли у тебя эмоции после поединка с Милен Бавуги, да, и потом еще. Где ты находил в себе силы? Плюс еще вот состоянием. Вот как ты этого добилась? Просто объясни. Ну, после боя с Милен, естественно, эмоции остались. Тяжело было прийти в себя, так как, ну, следующие бои были тоже тяжелые. Ну, я думаю, это последствия этого боя. Вот, ну, я пришла в себя, как бы, я была уверена в своей победе. Я знала, что я выиграю еще в начале, еще дома, я знала. Вот, оставалось только оправдываться, и я оправдала себя. Сегодня нет твоего тренера здесь, Юлии Равильевны, но тебе попросили передать грамоту ей, поэтому мы хотим, чтобы ты тоже, может быть, пару слов сказал. И сейчас, возможно, она смотрит нас. Я вас люблю, удачи вам в Барселоне. Вот. Смотри, у тебя впереди тоже чемпионат Европы в Сочи. Вот расскажи вообще о планах, да, дальнейших на сезон, потому что ты чемпионка мира действующая. Какие цели ставишь? Ну, я не знаю точно, буду ли я фехтовать, так как я не отбиралась. Это у меня третий турнир по кадетам, да. Вот, по очкам я не попадаю, но как тренеры решат. Не точно то, что я буду фехтовать. А по юниорам? По юниорам тоже не точно. Ну, у меня последний турнир остался решающий. Еще не знаю. Ну, должна показать. В общем, спасибо, Айзанат. Поздравляем тебя еще раз с победой и желаем тебе удачи.